Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу легенды 3 на 6 на вот таком коричневом брусе. Будет у нас форточный блок на автоматах, система подвески, цельные двери и грядки. Пока приехали, разложились и приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, обшили стены поликом. Сейчас нужно его прокрутить, установить переливы и начнем крыть крышу. О, дверь. Автоматическое открывание. Раз. Открылось. Сейчас ветер подует, закроется. Начался монтаж теплицы. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу легенда 3 на 8. Пойдем смотреть. Цельные двери по торцам с обоих сторон. Каркас теплицы сделан с профильной трубой 40 на 40. Покраска полимерно порошковым способом. Цвет шоколад. Имеется система подвески. 4 нитки вдоль, по одной нитке поперек в каждом отсеке. Два отсека, перегородка глухая, делит их пополам на 4-метровые. Также есть грядки Ш-образные. Есть форточный блок на термоприводах. Термоприводы пока демонтировали. Поликарбонат 4 мм 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Вся конструкция стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Пойдем в тот отсек. Идем, дойти не можем. Вот тоже цельная дверь. Такие же грядки, такой же блок, все то же самое. Вот такая отличная легенда. 3 на 8 у нас получилось. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.